Темиртауский городской суд вынес приговор по делу о гибели работников ArcelorMittal Темиртау под завалами при обрушении свода печи в цеху. ЧП произошло в июне прошлого года. Под завалами скончались 4 человека. Один рабочий пострадал. По данным пресс-службы судов Карагандинской области, пятеро фигурантов дела обвинялись в нарушении правил безопасности ведения строительных работ, в результате чего погибли люди. Еще одному подсудимому вменялась статья о невыполнении своих обязанностей из-за недобросовестного и небрежного отношения к службе, что повлекло смерть человека. Одного из фигурантов дела суд приговорил к 4 годам лишения свободы. 3 подсудимых – к 3 годам. Еще 2 получили по 2 с небольшим года тюрьмы. Приговор суда не вступил в законную силу.